Итак, дорогие мои зрители, репортаж продолжается. Были, конечно, приключения, но мы прибыли на место. Вот оно место. Территория Украины. Смотрите, показываю крупным планом. Видите, буй желтого цвета. Это и есть Украина. И вот здесь именно... Сачок кто берет? Сачок берет. Смотрите, рыба пошла. Смотрите, как гнется удочка у Юрка. Смотрите, смотри, вот эта рыба. Это все, махи-махи, давай. Это самое. Махи я снимаю, вот это самое. Давайте это самое. Сачок это... Давай, тут большая махи-махи. Вы что, ребята? Смотрите, какая красавица. Ай-яй-яй. Так, отлично. Смотрите, там одну поняли. Помогите Давиду. Смотрите, какая красавица. Вытащили махи-махи, а? Красивая рыбка такая, красавица. Да. Вот она. Красавица. Красавица океана. Так, одна вытащена. Прекрасная. Ведем камеру на нее. Вот, та больше, по-моему. Вот сачок, ребята. Подожди, аккуратнее, смотри, не нарваться. Сейчас он заведет. Давай. Надеюсь, чтобы я головой его туда втыкнул. Да, втыкай ты головой, так его. А ну иди до мэна, махи-махи, давай. А ну. Отлично, Тарас, просто профессионал. Тарас, поднимай его так вот, дай, показывай, показывай, вот так. Тарас, встань так, смотри. Тарас, подождите, подними ее вот так вот. Иван, ты что то? Смотри, по голове. Мимо все. Все мимо. О, отлично все. Вот это да. Вот, это вот. Вот она, махи наша, красавица. А. Доберите биту и по голове. Так. Ваня, закрывай дверь, губу уйдет. Давай. А как открывает? Поднимай быстро. Вот, смотри, как она скачет. Это вообще. Давай. Оп, отлично. Итак, ребята, территория Украины. Вот он будет. Да блин, успокойся. Да получится, все нормально, что ты сам. Не переживайте тут, так? Вот, смотри, смотри, что он делает. Смотри, теперь просто с очком зачерпывает, а ну покажи, вот. Не надо, стоп, стоп, надо. Бутылки собрать, мешок. А это что? Бутылки, мешок, и туда в голову. А что это за мешок? Так, репортаж продолжается, так? Давидочка проверяет двигатель. Молодец. Счастливые. Рыбалка началась, уже поймали две махи-махи. Мы уже возле буя ловим рыбу.
Осяний стадоріжка, зелені лугі, соловіні, і твоя незрадлива материнська скала усмішка, і засмучені очі хороші твої. Гавайи, 40 майлов от города Коне, от берега. Я візьму той рушник, просто люче до. І ми ловимо рибу. Получается, что у нас три лодки здесь, да? Вот это вот крутится. Вон там буй, вы видите все. И с этой стороны лодочка. А вот, пожалуйста, Тарас уже поймал рыбу. Тарас, а ну показывай. Глаза, смотри, блестят. А счастье сколько вот это, а, Тарас? Она трясется, вот тебе. Красиво, да? Красивая очень рыба, да. А ну, Иван, давай покажи класс. Хай на ньому цвіте розяний стадоріжка. Давай поставлю. Зелені вогні, солові. І твоя незрадлива. Итак, сегодня к рыболовецкой бригаде добавился легендарная личность Тарас, вот это, рыбак. Под чутким руководством капитана вот это отлавливаются большие и малые рыбы. А что-то сегодня, Давид, ты ничего не говоришь. Как ты всегда говоришь, ловись рыб. А, понятно, поэтому ты не хочешь маленькую, да? Я сейчас ловлюсь, а великая, ты великая.
А, раньше ты говорил, ловись рыбка маленькая, там величенькая, а сейчас ты поймал махи-махи и только говоришь, что ловись рыба величенькая, так? Вот так вот и рыбачим, и с очком, и махи-махи, и тюна пошла. И Давидушка ловит вот это, туда-сюда таскает ее. И Иван дергает, и все вот это пытаются поймать рыбку. Такую красивую музыку и песню, что-то рыбка, наверное, сама прислушалась, понравилась ей, сподобилась и не хочет ловиться даже. Одевайте грудь. Так есть. У Ивана уже гнется удилище, рыба поймалась. Итак, внимание на Каменку. Каменский, обратите внимание на эту рыболовецкую бригаду, видите? Вот это ваш земляк, Каменский Иван, вытаскивает сейчас рыбу. Давидушка посматривает вот это. Иван, сорвалась, да? Сорвалась. Рыбка вот эта. Видно, мать моя. Дай сюда. Что там, Давидушка, под лодку ушла, что ли? Давидушка, неужели ты поймал? Нет. Смотри, удочка, удилище согнулось, удочка. Каменские, обратите внимание опять на своего земляка. Вот, если Тарас взял тачок, это уже серьезно, поймите. Это уже серьезно. Вот она рыба, Иван. Ах, сорвалась. Ну что же делать, а? Позвонок, как всегда, был. Мы уже узнали даже по голосу. Ваш. Дон Пабло, я с вами, дорогие друзья. Сижу сейчас в капитанском кресле. Вот я с вами. А ну-ка. Вот это удивительная рыба, смотри. Это тюна, она такая красивая. Смотри, Давид счастливый. Вот видишь, что значит сказать сегодня ловить рыбка величенька, да? Вся красивая рыба. Да. Молодец, Давид. Не зря мы его возвратились. Да. Так.
Так что рыбалка продолжается.